Ну, я так понимаю, что вы в нашем городе уже не первый раз. Да. Не первый раз. Ну, а вот именно этот пример, он чем-то отличается от предыдущих? Не, отличается, конечно, во-первых, организацией. То есть пленэры, которые мы были, они как-то такие были, ну, мы сами себе их приезжали, сами жили, сами там, сами работали, все сами. Здесь как бы за нас и готовят, и кушать, и есть, пожалуйста, автобус. Вообще условия как в теплице почти. Вот. Ну, вообще пленэры, по идее, они так и должны проходить. Так, потому что кто-то их готовит, а кто-то работает. Хорошо. А еще такой вопрос. Вы в Духовце не первый раз. А есть у вас то место, в которое вы всегда приходите, в каждый свой приезд, и обязательно это место, ну, даже если не рисуете, то хотя бы обязательно приходите, чтобы запечатлеть память? Да, есть. Это не Никольский монастырь, который наверху у вас вот на, ну, на горе, на холме, да? Вот этот монастырь, он просто мне, ну, каждый раз я туда приезжаю, вот, на самом деле. Во-первых, там и виды как такие сверху открываются, ну, потрясающие во все стороны. И вообще, вот, вчера я там писал, вообще, тишина, покой, колокольный звон над головой. И самое главное для художника, это что, народу мало. А не было у вас идеи в связи с этим, что вы так любите Никольский монастырь, всегда его посещаете, не было у вас идеи запечатлеть не просто монастырь, а может быть даже насельников, которые там живут? Вот вчера как раз мысль была, но мы вчера, я писал внутри монастыря, монастырский дворик. Вот это знаменитое... крылечко с круглыми шарами, да, вот, и как бы не сам монастырь, даже кусочек монастыря, и, ну, к батюшке было вчера обращаться, так он нас благословил, но попозировать, конечно, ну, это сложно, но, наверное, может быть, в следующий раз, ну, еще успеем, вот, я думаю, что, да, нет, мысль такая была. А есть что-то, какая-нибудь задумка глобальная? Может быть, сделать какой-нибудь проект именно в Гороховце? И вот, например, мы общались с одной художницей, она сказала, что у нее есть такая идея изобразить там, дымоходы, все, ну, вот эти вот металлические кухонные дымоходы, которые в Гороховце сохранились на некоторых домах. Но вот у вас не возникало какой-нибудь интересной идеи? Может быть, где-то наличники? Собрать там дома с интересными наличниками, может быть, например, какие-то старые домики, которые уходят и которые, может быть, через такие не будут, или что-нибудь такое. Нет, ну, тем для рисования, это, наверное, их, ну, множество. Просто у разных художников, у них разные, как бы, ну, уровень мировоззрения. Одни любят замочки, ключики, там, бусинки, вот такие мелкие вещи, да. Ну, одни художники любят просторы, пространство, много-много неба, много там, ну, жизни, реки, широту любят, да. А некоторые любят вот такой вот, вот узкий мир такой вот, да. Ну, мне тоже это интересно. Я и собираю тоже с разные всякие вещи старинные. Но, как бы, я больше вот, наверное, склонен вот к такому. Пейзажем, да, да. Вот, и картины мои большие тоже, вот они как бы больше схватывают. Вот вчера была гроза, я вот как бы не успел вчера сделать, поэтому вот сейчас хотел сделать эту грозу вчерашнюю. Вот, она у меня вот прямо в глазах стоит. Вот сейчас приеду, и к обеду у меня будет гроза. Центральная площадь города и гроза. У меня все готово. Да, у нас бывает так, что площадь, и дождь еще идет, и ну, солнце. Да, и да. И вот вчера, вот, ну, как говорится, что картина, она же не совсем из головы рождается. Ее надо увидеть. Вот у нас вчера была эта черная туча, туда ушла, да? И вдруг осветила вот эту площадь, вот этот загорелся этот собор. Ну, конечно, леса я уберу. Зачем вам картина в подарок с лесами? Зачем они? Леса были, а теперь нет. Вот, да, и не будет их все равно. Поэтому в любом случае мы это... Да. Ну,
порчу картину. Вы не можете это сделать. Я пишу в газете. Я никогда общаюсь, может, когда помощью бумаги и ручки. Общаюсь, задаю вопрос. А если не хочется работать за кадром, я этого не умею. Простите меня, пожалуйста, Петр Николаевич. Да что вы говорите? Что вы потом, то, что я посмотрела, образование ваше. Вы, по-моему, не художник, да, вы профессиональный. Я только учусь. Нет, ну потомственные это да, в третьем поколении, да. Интересно. Ну в Амстёре есть училище имени Мадорова. Это мой дед. Да. Отец у меня тоже заслуженный художник, Николай Николаевич. А это Федор Александрович Мадоров. Улица во Владимире есть улица Мадорова. Он был академик, ректор Сурикского института. 14 лет был ректором. Я под кистью родился. Вместо пальмы. Все понятно. Вместо того, чтобы мечиться, вам сразу вам дали кисть и рисуй, пожалуйста. Ну, наверное, не так. Маленьким карапузом уже рисовали или портили картины. Это всем так кажется. Я разрисовывал подоконники. А дочь по моим стампам пошла, она когда была маленькая, она залезала на подоконник, и вот эти вот откосы были все раскрашены. Кто-то стены, а почему откосы, не знаю. Но она у меня уже тоже институт закончила, институт реставрации. Ну вот, да, чистый, беленький, не пачки на обои-то. Там что-то, цветочки, наверное, были. Хорошо. А ваша любимая техника, которая... Нет, ну вообще я пишу, конечно, маслом. То есть для меня вот, ну, масляная живопись, да. Хотя я и пастелью работаю, то есть, в принципе-то, любыми материалами. Но для меня как-то вот, ну, масло более пластичный материал, более такой, ну, удобный, да, технологичный, что ли, да. Я бы сказала, что дочь пошла по вашим стопам. Вы приведете ее в Горкове? Она была здесь уже не один раз. Да. А как же, да, даже еще маленьким ребеночком была. А когда вы первый раз попали сюда? Ну, лет в 10, наверное, и было. И сейчас лет 10 назад, наверное, была она здесь. Нет, вы когда первый раз попали? А, я-то? Господи, а вы знаете? Да. А когда я первый раз попал? Не, ну с дочкой это уже по, ну, лет 20, наверное, с чем-то назад. Я вообще столовую тут помню, до сих пор жива в центре-то. Она пережила многое. Да. Целые эпохи. Когда-то она была чайной, когда-то очень... Чайной не помню. Нет, это имя не помню. Я застал, когда она была уже столовой. И причем меня туда тоже кто-то привел, сказали, вот только сюда. То есть вам понравилось? Сдали мне эту столовую, да. С тех пор, да, вот. Так, ну, еще... А зимой мы писали со льда прям. Еще такой вопрос. А? Вы на память Горховцу юбилею какой-нибудь подарок оставили? А как же? Как же вопить? Да. Обязательно. Ну, я даже не решил, что вот если сейчас грозу напишу, то, наверное, ее и оставлю. Я думаю, что она должна получиться. Ну, спасибо вам большое. Или что-нибудь вот уже висит, желаем, оно уже висит. Желаем вам новых успехов, побед, новых, наверное, очень ярких и интересных работ, таких, которые достойны нам самых главных музеев. Ну, и главное, хорошее настроение. И солнечный человек, и веселый. Несмотря на погоду. Да, несмотря на погоду. Да. Спасибо. И не забудьте рецепт от болезней.